Я всех приветствую. Сегодня 19 августа, и мы заселяем старателей коконы. Часть уже вылупились дорогой, приехали от Андрея Ткаченко. Вот такой у меня ящик, детский, невредный. Вот здесь на дне у меня картон. Но я привыкла картон складывать, и он пропитан дождевой водой. Следом идет по совету Андрея Николаевича, Алексея Владимировича, малина. Малина и сырая, и свежесрезанная постарше. Я ее мелко очень покрошила. И листочки здесь, и сухие. Вот так, в общем, сделано дно. Это для дренажа. Ни в чем не... Ну, вот только картон в дождевой воде. Картон складываю. Ну, бывает, что, допустим, если я не успела чего-то покушать положить, они могут его покушать, и туда уходит лишняя влага. Дальше, значит, это нейтрализованный торф. Покажу, какой. Вот такой. Он разведен в арбузах. Вот я прям... Очень спелый арбузик, я прям его раздавливала, чтобы не только вот вода была, но и прям кусочки там. Я его очень хорошо перемешала. Продолжаю. Вот таким слоем я положила торф. Вот здесь оставила специально лунку, чтобы вам было видно. Там что-то малинка торчит. Я в нее буду складывать коконы, основную массу. И... Мне пришла, естественно, вермизакваска. Я ей... Ну, жалко, конечно, я буду из нее делать много вермизакваски. Но пока у меня много нет, я немножко присолю вот это вот все поверхность. Вот так она выглядит в таком пакетике. Вот такая просто воздушная вот такая масса. Я вот так все присыплю. Заселю. Флорой. И все это еще сейчас сверху присыплю оставшимся торфом. Вот столько его. Момент истины. Пришли они вот в такой баночке. Вот на улицу вынесла. Видите, одному уже не понравилось. Пошел на крышку. Секунду. Вот баночка. Здесь коконы. Здесь уже живые вылупленные червячки, и я их аккуратненько, ага, вон их сколько еще, вот их я рассыплю там, где уже вылупились, сюда, пусть они сами решают, куда идти. Мы сейчас и его переселим. А коконы я разложу по поверхности. Ну, тут все подряд. Вот. Теперь я дальше, значит, что я сделаю? Такие малюсенькие. Поравномернее их распределю. Что-то их очень много, по-моему. Андрей, признавайтесь, их больше 500 здесь, наверное. Да по-любому. И сверху я их, конечно, еще присыплю торфом. Сейчас отсюда всех выберу. И еще прикрою. Вот они, мы уже по полной исследуем, куда, где. Проверяем. Один такой очень товарищ активный. Я надеюсь, они все будут такие. Им все очень понравится. Близко к периметру коконы никогда не кладу, чтобы, потому что это самая пересыхаемая часть. Кто-то тут от Андрея еще приехал. Но... И сейчас сверху накрою, помимо торфа, еще дальше покажу. Все, торфом накрыла. Вопреки всему, у меня не маленький всегда объем. То есть здесь
ну вот порядка 15 сантиметров, где-то 13-12 из них заняты, ну, всем, что есть, потому что кормлю их обычно сверху, чтобы им было куда уйти, если что-то у меня там по моей оплошности загорелось или что-то им не понравилось, чтобы им было где спрятаться. Ну, для малышей вот этого объема хватит, кто побольше будет, у них, конечно, все по-иному. И теперь сверху я закрою, вот у меня стоит, типа вымачивается травка в арбузике. Вот я ее положу сначала, потому что им надо и привыкать к нашему питанию. Здесь все, и малинка, и тоже и все. И свежая малинка, и цветочки. Все очень миленько покрошено. Я, конечно, не думаю, что эта травка загорится. Хотя, кто ее знает. И еще выше, сверху, я положу вот сухую травку. Почему выбор пал на арбуз, кстати? Почему вымочено в арбузе? Потому что вот на ночь я им давала, они приехали ко мне вчера, на ночь я им давала кусочки огурчика, но они к нему даже не подошли. Но совсем он им не по зубам. Поэтому что-то попроще. Вот, сверху я закрываю совсем почти сухой травкой. Соломы у меня сейчас нет. Обычно я делаю это из соломы. Верхний воздушный слой. И я их никогда не закрываю крышкой. Сверху я сейчас укрою толстым 60-м укрывным черным. И все, так они у меня живут. Естественно, не на солнце, естественно, не на улице. Это должно быть в помещении. Чтобы они не перегревались, не остывали, чтобы им было комфортно. Всем спасибо. До свидания.